Всем привет! Вы на канале Саша ТВ. Сегодня у нас представление «Тайна кубиков Лего». Дайте 5. О-хо-хо-хо. Как приятно собирать Лего. Тем более, если у тебя его вот столько. Так. Тебе стоит что-нибудь интересное до блеска. Так, ну ладно. Попробуем. Так, я хочу построить дом. Еду детали. А тут нету. Что ж такое? Придется идти в Лего. Какой же поставил? Вот в этот. Или в какой вот в этот. Да, лучше вот в этот. Пойдемте со мной. Дайте 5. Так. Вот такой вот классный у нас портальчик. Или вот такой. Не, лучше вот такой. Потому что там мягче. Ну что, ребят, 3, 2, 1. Так, где мы? Вот это темница или это что? Это Лего Сити Тума? А я здесь. А где я? О, вот я. Почему у меня лицо всегда с улыбкой? Или я стал лего-человечком? Да, похоже на то. Я на каком-то складе лего. Тут столько лего-деталей. Так, что дальше себе? Ну куда же? Так. Если тут есть люди, то мне повезло. Это как Джоки Джо такие болталочки. Жители нас очень важны. Люди должны быть в этих деталях. Поднимем у них там где-то. Там темно что-то. Как там темно. Так, и что теперь? Ох. Ох, непонятно что-то. Где я? Кто я, кстати? Так. Непонятно еще это ничего не. Ой! Еще как я. Как я что-то глубоко туда зарылся. О, а вот и люди. Это кто? Это что за золотой человек? Ладно, надо как-то выбираться отсюда. Нужно пол. Ой-ой, что непонятно тут. То ли так, то ли так. Ох, наконец-то. Так, ну, все понятно. Раз все детали спасены, и я могу построить себе портал. То есть я могу управлять деталями Лего в этом классном мире. Ты точно уверен? Это кто? Это я, то, что кого-то встретил в этом прилюбочке. Джон Фридмен! Ой! Я тут живу. В смысле? Ты живешь в такой бессмысленности? Да, я когда-то попал. Когда-то я был настоящим человеком. Попал в портал. Я тоже.
Отсюда невозможно выбраться. Как это невозможно? Мы же можем построить и новый портал. Ты еще не умеешь пользоваться кубиками Лего. Точно. Давай. Хотела бы мне вернуть на землю. Вот сам портал. Вот и конвейер, по которому мы будем что-то двигаться. Ну что, ты готов? Вот сопли должны у меня потекли, я боюсь. Ну не бойся, это не страшно. Я просто плюнулся в какую-то вселенную. Вселенную людей. Что, похож? Ну ладно. Ты говорил это и непонятно. Ну, ты где? Не знаю. У нас что-то с взглядом. Что-то все синее какое-то. Почему? Потому что мы в Лего-Сити. Ох. Ну и худо же тут. Я дома местечко. Ты тут? Да, я тут. А почему мы не стоим тогда на камере? Так, похоже, мы в комнате у канала Лего Сити и все еще Лего Человечки. Так. И что нам теперь делать? Что дальше? Не знаю. Что ж тебе делать? Ты повторил мою фразу. Что делать? Так, так. Надо подумать ведь. Все решает думание и голова. Ну все как в Лего-фильме. Как же нам отсюда выбраться? С проблемой выбраться. Еще проблема. Поставим еще один. Что? У нас нет суперспособности управлять деталями. Так как же мы это построим? Опа. Что же нам делать? Звать людей Лего Сити. Угу. И как мы это будем делать? Так. А вот над этим надо подумать. Эй, привет. Что лежите на газоне? У нас лежать на газоне нельзя. Тут же Лего Сити. Ух. Тоже нельзя лежать на газоне. Так, ладно. Ну, что, надо? Нам надо попасть в вселенную людей. А это тоже вселенная людей. Как? Ты не похожа немножко на нас. Как? Своими штанами. У тебя вот такие штаны. У нас вот такие штаны. Да, и что такого? Ой, ну да ладно. Признайте. Не из мир людей, из мир Лексики. Точно? Ну точно. Эй, я из мира Лего Креатуры. Ой, сколько тут всех людей. Сколько они нас всех обступят. И что теперь делать? Я не знаю даже. Ну, надо же нам как-то выбросить. Надо, конечно. Надо, батя, надо. Как говорится. Так. И что мы будем с тобой делать, как говорится, мистер? Так. Надо порассуждать. Нам нужен портал для начала. Чтобы прилететь в нашу вселенную. Так. Ну и что? Прилетим мы в нашу вселенную. И что дальше? Да прилетим мы в нашу вселенную и конец этой сказки. Не, мне кажется, ты не прав. Может, мы еще не спасли кубики Лего. Да.
Но об этом вы узнаете в следующей части обо всем.